Добрый вечер. Это группа Inner Drive. Следующая композиция о любви и о всем, что ее сопровождает. Thank you.
Я слышу детские голоса. Это прекрасно. Значит, наша музыка не умрет в 2000 каком-нибудь 600 году. Следующая композиция, вот уже, наверное, лет 8, может быть меньше, я не помню точно, называется «Пиев». Сергей Болотов, наш клавишник и автор, говорит, что это в честь Пинк Флойд. Это тоже рок-группа. Thank you.
композиция «Утреннее пение птиц» «Morning Trills of Birds». Композиция, которую Сергей Болотов написал очень давно, в юности, я так подозреваю, что еще до всего вот остального материала иногда. Позиция Just Looking Best. Техника — это ужасная вещь. Я бы с удовольствием играл на контрабасе, но он очень тяжелый. Рояль тоже. Thank you.
Хорошо, если в зале имеются люди технических профессий и математического образования, потому что следующая композиция достаточно насыщена математикой, такой вот размеры, ну и как-то так называется. Специально для Миловидова в какой-то степени. Thank you.
есть тоже математическая теория хаоса, сия композиция была названа «Хаос». Немножко обратимся к более древним объектам, способным к тому, чтобы их описали в музыке. Это Мьяда. Thank you.
Спасибо. С вами была московская группа Нордрайв. Для вас играл Сергей Болотов, клавишный, автор композиции.
управляет. Вещь называется «Разговор под снегом». Следующая. Thank you.
сыграем такую. Как? Повторите, пожалуйста. Что повторить? Кому повторить? Сквозь шторм. Следующая вещь называется «Молния во тьме пустоты». Thank you.
играем как бы максимально грязно, максимально эмоционально, сами понимаете. Построю эту гитару. Я не вернусь. Она про уход в астрал. Yeah.
мы хотели уже все закончить. Вы разрешите, а то за нами еще и кто. А? Сейчас, ладно, понял. Что-что? Просто соло и все. Ладно, давай, Василий. Требует соло, но мы не репетировали, как просили.
Спасибо большое. Мы очень рады, что вы очень, ну так, снисходительно, по-доброму нам относитесь. Вот. Огромное спасибо фонду «Артбит», клубу Алексея Козлова, Владимиру Миловидову, журналу «Пьедагог». Сами понимаете, без них ничего бы не было. Thank you.
Раз, раз. Он, оказывается, работает. Пришло время поздороваться. Мой группа Diversion Voice. Рады вас сегодня приветствовать. Очень хорошо, что вы сегодня все пришли, собрались, дождались нашего выступления. Это была одна песня за сегодняшний концерт, больше не будет.